В музее Фелицина начала работу новая выставка «Красота земная. Мир женщины». Выставочный проект раскрывает посетителям уникальный мир женщин различных национальностей – черкешинок, русских, гречанок, представительниц армянской и эстонской культуры. Что же объединяет всех этих женщин? То, что все они – хранительницы домашнего очага, поддерживают порядок в доме, занимаются воспитанием детей, шьют одежду и готовят пищу. На выставке «Красота земная. Мир женщины» представлены традиционные женские комплексы XIX-XX веков из частных коллекций официальных партнеров и из коллекций музея Фелицина. В первом зале вниманию посетителей представлена традиционная культура и быт народов Кубани. Во втором зале – женская мода начала XX века. Уважаемые жители и гости нашего города, приглашаем вас на удивительную выставку «Красота земная. Мир женщины», на которой вы сможете увидеть традиционные костюмы народов, проживающих на территории нашего региона. Вы познакомитесь с удивительными рушниками, изготовленными кубанскими мастерицами. Вы узнаете об особенностях традиционной адыгской вышивки, а также увидите предметы быта, которые навсегда уже утрачены. На рубеже веков меняется традиционный костюм. На смену сложным головным уборам, на смену сарафанам приходит традиционный костюм парочка, который вы можете здесь увидеть. Это традиционная юбка и блузка. Жизнь нашего города меняется на рубеже веков. Женщины стараются следовать моде. У нас открываются в городе модно-мануфактурные магазины, куда могли прийти женщины для того, чтобы посвятить время себе, выбрать что-то новенькое, какое-то платье, шляпку или заказать модный корсет. На рубеже веков в моду входят чайные платья. Традиция чаепития пришла к нам из Англии с 1840 года, когда дамы собирались в кругу семьи. Эта традиция называлась «five o'clock», когда пили чай в 5 часов. Дамы могли одеть вот такое вот кружевное платье, которое позволяло им спокойно находиться в дружественной и семейной обстановке, беседовать на какие-то темы и неспешно пить чай.